Его соперник красного угла, and his opponent fighting out of the red corner. Бойцу 31 год, росту 76 сантиметров, вес 70,5 килограмм. He 31 years old, he stands 176 сантиметров tall, he's weighing at 70.5 kilos. Профессиональный рекорд 2 боя, 2 победы. His professional record is 2 bouts, 2 victories. Representing Turkey, Askur Чаш Виктор Корнеев. Пойдешь отсюда. Ты же не файл раунд по мне. Окей, топ-хит хэт и спэнлайн. Топ-хит элбо to the distance 12-6. Окей, on the ground. Don't hit me and leg to the head. Only to the body and the legs. Don't touch. Free cage, don't touch. Trans, don't touch balls. Touch balls. Go, Корнеев. Так, первый раунд. И тут же перевод в партер. Все очень происходит достаточно быстро. И мы видим, что была неплохая попытка со стороны иранского бойца забрать спину. Он сейчас сверху. Очень-очень активно работает. В неприятном положении находится Асгур Ичоз. И вовсю пользуется выгодой своего положения Мохаммад Джавад Кавиапев. Но чуть-чуть не держится за позицию. И нужно менять положение, конечно же, Асгуру Ичозу. Он в очень неприятной ситуации. Пытается его сейчас задушить Мохаммад Джавад Кавиапев. Но успевает просунуть руку Асгур Ичоз. Нужно ему разворачиваться в идеале лицом к сопернику, а в более идеальной ситуации просто встать. Но достаточно плотно контролировал, по крайней мере, ситуацию иранский боец. Меняет углы атаки. Мы видим, он застегивает. Была попытка застегнуть ноги на пояснице турецкого бойца. Ну и не оставляет, я думаю, попытки иранец задушить турка. Все же. Вот нужно закрепиться Мохаммад Джаваду. Но мы видим, как перекатывает его Асгур Ичоз. Правда, ненадолго. Ну, здесь, конечно же, опыт. Опыт необходим. У Кавиапева, еще раз, это профессиональный дебют. И насколько он хорош в партере изначально. Вот в хорошем положении находится иранец. Здесь нужно пользоваться ситуацией. Отдал спину Асгур Ичоз. И здесь нужно работать. Причем больше. Это первый раунд еще. Относительно свежими должны быть оба бойца. Но здесь варианты. Варианты у Мохаммад Джавада. Можно попытаться зайти в маунт. Идеальный вариант — забрать спину и бить. Бить, бить и бить. Вот то, что нужно, наверное, Мохаммад Джаваду. По крайней мере, если он хочет задушить Асгура, то нужно отвлекать его ударами. Снимать руки с головы. Точнее, снимать руки с шеи. Ну вот,
попытка задушить со стороны Мохаммад Джавада Кавиапела. В принципе, неплохая. Удастся ли ему просунуть руку под подбородок турецкого бойца? Вопрос вопросов. Время есть. По крайней мере, пока что в первом раунде определенное преимущество у иранца имеется. И это даже визуально очевидно. Не оставляет Мохаммад Джавад попыток, задушить турецкого бойца Асгора Ечоза. В очень неприятном для себя положении находится Асгур. Сверху иранец. Был. Сейчас сверху Асгур Ечоз. Но мы видим, что Мохаммад Джавад достаточно неплохо вяжет своего соперника. Не дает он ничего Асгуру сделать сверху. И поднимает рефери бойцов в стойку. Двойка от иранца навстречу. В принципе, Мохаммад Джавад неплохо себя чувствует в партере. Хороший свинг справа. Амплитудный и жесткий. Пропускает Асгур Ечоз. Попытался Асгур вернуть все пропущенное, но нарвался на... Ноль поражений. Перчатки синим скотчем. Это Мохаммад Джавад Кавиапев, который тут же переводит Ечоза в партер. Находится в сайт-контроле. И сейчас попытается... Может быть, зайти в маунт. Нужно пройти вот эту защиту в халф-маунте. Сейчас был Мохаммад Джавад Кавиапев. Нужно иранцу, естественно, выпрямлять спину. Мы видим, как он жестко воткнул колено по корпусу турецкого бойца. И в неприятной для себя ситуации находится Асгур Ечоз. Ну, насколько мне моя память позволяет вспомнить, очень неплохо всегда было в Иране именно с борьбой, именно в работе снизу. И мы видим это по Мохаммад Джаваду Кавиапеву. Но ситуация меняется. Ситуация меняется. И вроде бы сверху турецкий боец. Но Мохаммад Джавад Кавиапев не оставляет попыток задушить своего визави. Тем не менее отвечает Асгур Ечоз.
Несколько ударов он нанес. Ну вот здесь убирает голову Мохаммад Джавад. Нужно просунуть ему руку под подбородок. Прекрасно понимает ситуацию Асгур. И всеми силами старается этому препятствовать. Тем не менее, рефери очень внимательно смотрит за происходящим. В бэк-маунте находится Мохаммад Джавад. И здесь побить. Здесь нужно бить, бить и бить. Бить, бить и бить, потому что не видит ударов. Асгур и Чос. Здесь можно, в принципе, выпрямлять спину и работать и руками, и ногами. Держа в уме, да, вариант с попыткой задушить соперника, но бить, бить, бить и бить. Пока что иранский боец ситуацию контролирует. Он в более выгодном положении находится, но, мы видим, попытался вывернуться турок. Но опять он в цепких объятиях своего иранского визави. Насколько хватит сил у Мохаммад Джавада вот так жестко контролировать соперника? Это тоже вопрос. Уже второй раунд. И оба бойца не такие сухие, как в первом. Не оставляет попыток Мохаммад Джавад Кавиапев задушить Асгура и Чоза. Но вот если скользнет хотя бы одна рука за подбородок, то почти пиши пропало. Но мы видим, Асгур разжимает этот захват. Все же удается турецкому бойцу чуть-чуть улучшить свое положение. Но по-прежнему Мохаммад Джавад сверху. Опять он в бэк-маунте. Причем в чистом. И здесь нужно бить. Мне кажется, не нужно зацикливаться Мохаммад Джаваду на удушающий прием, а просто разбивать соперника. И зря, на мой взгляд, турецкий, точнее, иранский, конечно же, боец не держится за позицию. Соответственно, дает шансы своему турецкому сопернику. И хотя в непростом положении находится Асгур и Чос, но есть у него варианты попытаться вырваться из этой ситуации. Вот, на мой взгляд, Мохаммад Джавад Кавиапев сейчас тратит время на, может быть, не те действия. У него было шикарное положение бэкмаунт, где можно было бить. Причем на выбор. Причем бить безответно. Но вот он зациклился на попытке удушающего приема. И буду банален, да, мы видим то, что мы видим. Мохаммад Джавад контролирует ситуацию, но он бы лучше мог себя применить именно в работе сверху, в бэкмаунте. И в итоге дождался Асгур и Чос под конец раунда перевода в стойку.
Финальная пятиминутка в этом поединке. Асгур Ичоз против Мохаммад Джавада Кавиапева. Асгур — боец из Турции, в перчатках с красным скотчем. Мохаммад Джавад Кавиапев, соответственно, в перчатках с синим скотчем. И опять в шикарном положении находится Мохаммад Джавад Кавиапев. Вот здесь нужно бить, бить, бить и бить. Он в чистом бэкмаунте. Все в его руках и ногах. Абсолютно все. Но не оставляет попыток задушить турка иранец. Практически все ему позволяет турок. Нужно держаться Мохаммад Джаваду за позицию, на мой взгляд. Нельзя такие шансы, которые тебе соперник предоставляет, транжирить, иначе это может обернуться против тебя. И мы видим, что это оборачивается. Уже сверху турецкий боец. И сейчас нужно Асгуру возвращать все пропущенное и переламывать ход поединка. Потому что, если говорить объективно, то два раунда так или иначе турецкий боец проиграл. Нужно ему кардинально менять ситуацию. И опять сверху Кавиапев застегнул гард. Вроде бы турецкий боец, но он уже подвымотан, подустал. Соответственно, иранцу нужно выпрямлять спину и бить, бить. Идеальный вариант — попытаться заслэмить турка. Вопрос, получится или нет. Попытка болевого на руку со стороны турецкого бойца. Асгуру нужно пользоваться всеми теми возможностями, которые иногда ему предоставляет все-таки иранец. Но мы видим снова сверху Мохаммад Джавад. Опять практически в бэк-маунте. Нужно освобождать правую руку Мохаммад Джаваду Кавиапеву. И да, постоянно бить, постоянно нагружать своего соперника. В неприятном положении для себя находится Асгур. Идеальный вариант, конечно, попытаться или смастить, или сбросить Мохаммад Джавада Кавиапева с себя. Но сделать это будет крайне непросто, конечно же. Ну и мы видим, что иранец подустал. Не так активно он работает, хотя шикарное положение у Мохаммад Джавада. Просто практически идеальное. Остались ли силы? Вот вопрос. И освободить руку. Подключает колено Кавиапев. В глухой и практически безответной защите находится турецкий боец. Колено сверху от Мохаммад Джавада. И правильно, правильно не забывает иранец про работу руками. Перестал отвечать, причем уже давно в этом раунде, турецкий боец. Ну, вряд ли ему удастся поймать Мохаммад Джавада на болевой прием на руку. Мы видим, как достаточно активно действует свободной левой рукой Мохаммад Джавад Кавиапев. Подключает Мохаммад Джавад колено. Освобождает обе руки Мохаммад Джавад. И все, что называется, карты и шансы ему в руки. Он в доминирующем положении. И все, перестал отвечать турецкий боец Асгур Ичоз. И теперь все зависит, наверное, от Мохаммад Джавада. Ну, либо турецкий боец нас всех обманывал и просто пытался усыпить бдительность Кавиапева, но не очень-то на это похоже. Все! Остановка! Остановка поединка. И это победа Мохаммад Джавада Кавиапева техническим нокаутом, дорогие друзья. Ждем официального объявления победителя. В любом случае, турецкий боец достоин огромнейшего уважения за свою стойкость и мужество.
дамы и господа, время остановки боя 4 минуты 34 секунды. Третьего раунда. Эй, Чак, we have time. 4 minutes and 34 seconds of round number 3. Техническим нокаутом победу одержал your winner by technical knockout Мохаммед Чаба! Мохаммед Джавада Калиапева с удачным, успешным дебютом на турнире ACB и дебютом в смешанных единоборствах, профессиональным дебютом. Достойный бой, достойная победа и огромнейшее уважение. Очень мудрый. Добро пожаловать, боец из Грузии! Please welcome